Друзья, всем привет, всем доброе утро. Сегодня у нас пятница, казалось бы, конец рабочей недели, но я хотела бы с вами поговорить о новом витке, о начале классных событий, да, которые происходят у нас сейчас с вами в компании «Армен». У нас месяц апрель, и в апреле у нас с вами есть шикарнейшие акции, да, в которых можно поучаствовать. Но зачем, спросите вы? Как я люблю повторять, все акции, они делаются не потому, что делать нечего, так с одного щелчка и решили сделать акцию. Любая акция, она несет смысл. Для тех, кто не знает, в этом месяце стартовали две акции, направленные на продажи. В помощь нам это акция 6+1, и я ее сегодня, друзья, выполняю. Она действует с 1 по 15 апреля, поэтому у нас есть в запасе всего 2 дня. Не упускайте эту возможность получить дополнительный флакон в подарок, сделать либо подарок себе, либо увеличить свои продажи таким образом. И вторая акция, которая мне безумно нравится, которая направлена на рекрутинг, да, вашей команды, это 5+1, либо 8+2. Несколько дней назад я выполнила акцию 5+1, и сегодня я с полной уверенностью могу сказать, что я выполнила уже акцию 8+2. Она заключается в том, что вы привлекаете 5 человек, и вам компания папочку дарит в подарок. Причем это полноценная папка с промокодом. Да? Это также является еще и вашим заработком. Подключили человека и полностью заработали там 2500. К тому же, друзья, вчера буквально с партнером я просчитывала, с помощью этой акции можно уже как минимум закрыть уровень 6%. Представляете, если ваши 5 человек делают акцию новичка, это уже 300 баллов, а ваша личная активность, например, 10 флакончиков, 100 баллов, и вот они 6% буквально в месяце апреля уже сделать. Для тех, кому кажется это заоблачно, просчитайте, это все очень легко, легко достижимо. Поэтому призываю всегда участвовать в этих акциях, участвую сама, потому что лидер является за собой примером. Глупо говорить партнерам об акции, если ты не участвуешь в них сам. Я эти акции выполнила и призываю делать то же самое вам. Очень многие партнеры в структуре уже начали, кто-то довыполняет, кто-то выполняет эти акции. А почему? А потому что они были на саммите мастеров в городе Оренбург. Я до сих пор под впечатлением от этого события, от того, что мы получили, от того заряда, который был, от тех сюрпризов, которые были на саммите. Поэтому те, кто еще не купил билеты, у кого есть возможность побывать, есть у нас еще 5 городов, в которые можно попасть, и сделайте это обязательно. Ну что, я вам всем желаю хорошего дня, хороших продаж, хороших привлечений. Допиваю свою чашечку ароматного кофе и иду за дела. Всем пока, с вами была Олеся Селезнева, команда Number One. И помните, судите о моей успешности не потому, сколько зарабатываю я, а сколько зарабатывают мои партнеры. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.